Дорогие друзья, всем привет! 20 мая. Привет! Вы не обращайте внимания, что Катя в тулупе. Не так уже холодно на улице. Смотри, какие грибы. Этот прям такой нежно-молочно-шоколадный. И вон тоже. Ага. Вон сколько их. Ландыши. Давай ландыши наберу. Домой в вазу? Ну да. Ну, вот как пахнет. На обратном пути. Какие-то новообразования на осине. Микрочага. Сейчас сосничок проверим. Первый гриб, что мне попался сегодня, это масленок. Масленок очень чистый. По тонкой ножке. Интересный летний масленок. Светленький. Масленок зернистый. И не маленького размера. Привет. А он дружелюбный. Кузя. Как ежиков Кать называют? Не знаю. Сидит себе. Сейчас еще грызанет. Да ну да, не надо, бо у него же там зубы. Я тебе рассказывал, что есть даже такая мера у кого, у ученых. Сколько-то там ежей в час. Идеальные сборники клещей. Да? Да. Запускают ежа по траве. Угу. Засекают время, потом берут его и считают. Сколько же он клещей насобирал. Вот какие красивые, высокие грибы стоят. Кремовые. А жаль, что мы их не знаем, да, Кать? Ну, явно не уж. Гадючка, наверное. Молодая, да, гадюка? Вот что значит сосенки. Сразу же. И маслючок. Вот они сейчас, как вы можете видеть, не те, которые мы собирали ранее. Светленькие. Едем с Катей в лес, уже заезжаем. Смотрю, песчаная дорога, и на ней следы уже накатаны. Вот думаю, вот ё-моё, уже мы тут не первые люди заехали. Приехали мы в лес, смотрю, и нету никого. Совсем. В одном месте поискали, в другом ничего не нашли. Думаю, надо переехать на другое, на третье. Ну и опять же песчаная дорога. И она такая клином сходится, перекресток на песчаной дороге. Ну думаю, сейчас я, чтобы острый угол не объезжать, вот так вот раз и перееду туда. И переехал. Повис на пузе. Там, оказывается, колеи такие были. Глубокая дорога. Фух, это было незабываемо. Кинулся, лопаты нету. Начал там руками песок выгребать. Ой, ужас. И тут, на счастье, едет автомобиль. Прям подъезжает три мужика. Лопаты у них есть. Какое счастье. Когда есть люди в лесу. Кто же вам еще поможет? А один посмотрел так, говорит, что, на впростець хотел поехать? Кажу, да. Ще мій батя казав, хто їздить на впростець,
то и дома не ночует. Не могу не показать вам такого интересного масленка. Задрал свою шляпу, как у незнайки. Вот у этого незнайки ножка была подъедена, зато шляпка хорошая. И тут два молоденьких братца. Вот я вижу, что они не такие, как мы собирали в прошлый раз. Светленькие, свеженькие. На высоких ножках, на подборах, так бы мовити. И чистенькие. У меня сегодня то ли от избытка свежего воздуха, с самого начала, что в лесу голова кружится. О. А, я же не рассказал. Я недавно, это 3 дня назад, так приболел крепко. Все началось с насморка после последней рыбалочки. И понеслась температурка, ну, невысокая, горлышко, все как обычно при простуде. А потом через день после меня заболел мой коллега, заболела матушка, батя сейчас заболел. Такое что-то неприятное, но не страшное. А еще и теща приболела. Ну, я уже нормально. О, вот он наш очередной белокурый мальчик. Или это уже мужчина? О, это уже дед. Грустен тот факт, что я не вижу маленьких совсем. Как будто они отходят уже. Мы видим с вами уже таких несвежих. Такое чувство, что я в прошлый раз их здесь забыл. Хотя, где как, были же все-таки вот подросточки. Малючков нету. Наконец-то Катя кричит, что там нашла, нашла она что-то хорошее. Ну что там, Катя? И ты срежешь или я? Я. Ну давай. Смотри, какого у меня гуля. Укусила что-то. Ты аллергическая пьесла? Реакция пошла. Ну. Хороший. Угу. Не успел Дима встать на ноги, как уже Катя еще кричит, что один. Это, наверное, плохой. Да не, это уже видно. Очень. Да. Даже вам показывать не буду это зрелище противное. Поберегу ваши нервы. И я нашел очень красивый. Он не один, Катя, не радуйся. Я говорю, один. Два. Два? Да, вот тут. А я, говоришь, малюков не вижу. Видим малюков. Есть еще. Это просто надо местечко. Местечко, да. Ой, я с этим... 3 часа пробегать, ничего не найти. Да, 3 часа, 2 часа машину откапывать. Я уже сам мокрый, как масленок. Вот видите, эти пыльнички. Пыльники. С них так и летит пыльца. Это типа как мужские органы, которые оплодотворяют
шишку. И в это время я... Ох ты! Да куда ты сыпешь в корзину? Да я показать зрителям. Фу, я сейчас буду... Под носом сейчас буду больше, более масленок, чем сам масленок. Блестеть. Смотри, какой блондин. Ой, какой. Блондин? Ну да. Не брюнет же. Ну да. Ну что, попробуем? А выглядел так. Сногсшибательно. Да, он был привлекателен не только для нас, но и для червячков. Вот тут настоящий блондин. Иди сюда, Коля. Я нашел блондинчика. Ну да. И этот блондин здесь не один. О, какой. Прямо аж не верится. Какой девственной чистоты гриб. Ну как там у тебя, Кать? Два очень старых нашла. А тут еще он шляпа, как у Мюнхгаузена. Не знаю. Вроде на вид красивый, а потом ага. Не, ну он этот-то хороший. Смотри. Да, хороший. Ну смотри, тебе ведет сюда. К сожалению. Ой, в такое местечко зашел. Замечательное. Тихо так. Прям разговариваешь, как будто ты дома. И ковер под ногами. Это старый масленочек. А это молодой. С колечком. Вот они, можно их успеть извлечь оттуда. Не знаю, хорошо ли это, но я успел прям на пути их, в общем, перехватить. Богоугодное ли это дело? Не дав доисты. Кать, ты пока там чешешь свои укусы, я тут нарезаю блондинов. Угу. Да, ты тут прошла, кстати, Катюша. Я тут не ходила. Расчесывая свой укусик. Вот, я тоже нашла. Ну, у меня... А, у меня только ножка была червивая. А у тебя... Тоже. Ну, Катя же не скажет правду. Неправда. Даже не буду его пробовать срезать. Ага. И вон. А я все равно пробую. Пробуешь? Да. Я не хочу расстраиваться. Ну, как мы можем видеть, остаются еще и на семена, да, Кать? Всегда. Успевают они выбросить плодовые тела еще и на семена себе. Thank you.
дорогие друзья, вот мы и нагулялись. Уже пошли разговоры о еде. Спасибо, что погуляли с нами. Оказалось, в лесу очень много грибов, но по факту нормальных очень мало. А вам здоровья, хорошего настроения. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии, которые я обязательно прочту и отмечу сердечком. Спасибо и пока!